Тяжелая игра. Команда Нижний Новгород понравилась. Она не зря идет на первом месте в ФНЛ. Потому что мы ожидали, что такая легко не будет в игре. Плюс кубковый матч немножко отличается от чемпионата. Вот. И второе, мы посмотрели своих футболистов все в деле, кто у нас есть заявки. Вот. Всеми доволен. Самое, что выиграли. А чем руководствовались, когда выбрали Хомича, а не Генералова? Понятно, что выбор сыграл. Но почему было принято именно такое решение? Потому что в первом кубковом матче играл Генералов. Ну, не знаю, мы стрелим по вратарей, пообщались. Однозначно сказал, что Хомич будет номер один. Насколько важна эта победа в плане эмоций, чем то, что она тяжелая, тяжелый матч получился за серию пенальти затянули? Да, при любой победе эмоции только положительные. Самое главное, что не зря ехали сюда. Победили, прошли дальше. Сейчас поедем с хорошим настроением домой.